Приветствую вас. Пока что на данный момент я могу констатировать только то, что 3 месяца назад у вас начались определенные проблемы. 3 месяца назад. И в этих проблемах, за эти проблемы, точнее, ответственны в том числе и вы. Вот. Но мне думается, что именно разобрать и рассмотреть эти проблемы, то есть с чего вот, с чего все началось, вот, можно и нужно. Это, собственно, вот то, что я могу вам сказать. То есть, может быть, у него кто-то появился, может быть, у него никого не появилось, да, вот. То есть мы этого не знаем и не узнаем пока, но факт тот, что до сих пор, пока пока вот не доказано, что у него есть кто-то, да, можно говорить о том, что просто решаем проблемы. Вот. Значит, что-то произошло. Что там произошло между вами, да? То есть, ну, может быть, слишком завышенные ожидания были, например. Вот. А, может быть, слишком завышенное ожидание. А, может быть, что-то еще, может быть, что-то другое. Может быть, какое-то было недопонимание. Вот. Между вами. Понимаете, какая история, вот. То есть, это нужно исследовать. Понимаете, какой момент, вот. И все, соответственно. Я думаю, что так, примерно, можно ответить вам на вопрос. Вот вы пишете, значит, познакомились с мужем, когда он был в тюрьме, да? Что между вами общего? К примеру. Ну, просто вот, что между вами общего? Что вас связывает? Что объединяет? Вы говорите, что вышел, сразу нашел работу, переехали жить отдельно. Это хорошо, что переехали жить отдельно. Это очень хорошо. Но опять же, что вас именно объединяло вместе?
что мотивировало вас вместе, ну, жить. Вот. То есть, мне кажется, это очень важная история. Мне кажется, это очень важный момент такой, на который желательно найти ответ, да, то есть, что именно вот между вами общего конкретно. Вот. Вот мне кажется, такая история. Дальше вы говорите, что у вас начались 3 месяца назад конфликты. Вот. Ну, вы пишете, что, значит, 3 месяца назад начались конфликты, непонимание, не ночевал дома, трубку не брал, телефонный пароль, спрашивал, кто-то появился. То есть, знаете, вот, очень редко такие вещи происходят на ровном месте. Очень редко. То есть, если так случилось, значит, до этого были некие предпосылки у вас. Или между вами. Вот. Были какие-то предпосылки для подобного рода скандал для вот подобного рода, ну, проблемы. Понимаете, да, о чем идет речь, я надеюсь. Вот. То есть это не возникает из ниоткуда, такие вещи. Возможно, он к вам, ну, как бы, мужчина, я имею в виду, просто охладел, вот, возможно, мужчина просто охладел к вам, вот. Возможно, человек просто перегорел эмоциями к вам. Такое тоже может быть вполне. Вот. Возможно, что-то еще было, возможно, что-то еще произошло. Но суть в том, что вот конфликты начались не на пустом месте. Вот. Дальше вы пишете о том, что спрашиваете его, появился ли кто-либо у него, вот, проявляя, по сути, свою неуверенность в себе, потому что, ну, то есть, предполагая, что он может вам изменить, вот, предполагая, что может быть что-то не так. Говорит, нет, но подозреваю, что это сотрудница по работе, на день влюбленных вообще пришло с работы подарком, мол, любовница подарила. У стены это была шутка, скорее всего, я так думаю. Внимания никакого, хотя я уже не трогаю его, нет истерик и тому подобное. Ну, тут опять же вы описываете, как будто то что в, то, ну, в какой-то степени перегорело. То есть, а что, когда-то истерики были? То есть, как бы, если были, то почему и для чего? Что значит вы его не трогаете? Что вы делаете для того, чтобы было внимание к вам, опять же? Я люблю его очень сильно. Как проявляется любовь? Не хочу терять. Вот в каком смысле? Что делать? Чтобы что? Как вести себя в этой ситуации? Ну, это зависит от общего контекста ваших отношений, вот. Я думаю, что если вы хотите его, ну, как бы, сохранить отношения, то давить совершенно точно нужно перестать на него давить.
Вот, и уж тем более подозревать. Вы можете заняться собой, вы можете больше внимания уделять себе, чтобы мужчина как-то вот был, мужчина увидел, кто вы. Вот. А еще лучше обратиться к тому, как вы себя вели раньше, когда вы познакомились, потому что время прошло не так много. Вот. В целом я рекомендую обратить внимание именно на то, что вас связывает между, ну, что вас связывает именно друг с другом. Вот, и на раскрытие вашего чувства к нему. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.